Добрый вечер. Привет, Аня. А сегодня у нас гости. Яна напекла пирогов. Только они чомусь вельми хутко закончились. Это потому, что топа ел за двух. Я же их вельми люблю. Коли б яны не были такие смачные, так хутко не ел бы. А хиба я раблю что-нибудь несмачное, эти непригожие, а? Ну, ведомо, что не. А вам? Вам мои пирожки сподобались? Вельми смачно было. Ты, Яна, як завсёды зробила самые смачные пироги. А у нас так завсёды. Яна готуе, а я ёй допомагаю, прибираю всё. Цікава, цікава. Так, так, я завсёды мыю посуд, подмятаю. О, вот и зараз я всё гэтые крошки приберу. Где моя? Вот так. Топа, а что ты с гэтыми крошками робить будешь? Ну, як что? Выкину у смецця и все. Выкинешь? Кто ж хлебные крошки выкидывает? Я выкидываю. Гэтыми крошками можно покормить птушек. Зараз зима, и птушкам тяжко знаходить ежу, а мы можем им-то помогчи. Правильно. Тогда я зараз побегу и накормлю птушечек. Куды? Ну, куды ты зараз побежишь? Уже темно. Уже темно, и все птушки спать полетели. Так что мне с гэтыми крошками до раницы чакать? Чому? Поклади их в кормушку. А у нас нема кормушки. Давайте разом зробим прихожие кормушки для птушек. Насыпем у их крошки и сегодня ж развесим. Ой, вось птушки раницы израдуются, так? А вось цікава, с чаго мы кормушки рабіць будзем? Ну, напрыклад, з пакета ад соку. Нам трэба прарэзаць невялікія акенца, і наш домік гатовы. Нашу кормушку на галіну дрэва. Ух ты, як здорово атрымалася. Прыгожа. Зручную кармушку можна зрабіць таксама і з пластыкавай бутэлькі. Са звычайнай бутэлькі? Гэта так проста. А я яшчэ зярнятак прынясу, няхай птушкі частуюцца. Біць такія кармушкі. А зараз час развітвацца. До побачення. Добра.